Что здесь? У Анны Александровны защемление позвоночника в двух местах уже около 4 лет. От этого было больно сидеть и ходить. И после молитвы никакой боли нет. У вас было ущемление? Да, в двух местах. А сейчас? А сейчас прошла боль. И у меня еще были закрытые два глазных канала. И слеза всегда текла через верх. Ей некуда было делать. Сейчас я вижу, у меня уже сухо. А то постоянно я вытиралась. То есть слезы появились правильно? Все время у меня текли слезы, а сейчас уже нету этих слез. Слава Богу. А вы можете так сделать, проверять свои, там, где была боль, еще раз? И нету боли? Нету. Слава Богу. Господь, я благодарю Тебя за это во имя Иисуса.